Смотрите, друзья, как работает человек с куркой. Он проверяет температуру. На гриле, да. Проверяет. Вот, видите, он разложил. Он разложил посудку, чтобы туда раскладывать. И вот у него тут греются, причем они, судя по цвету, разной степени подхода к готовке. Вот те, что внизу у него, там те совсем белые. Вот он их загородил сам, ну так вот видно. Проверяет, потому что здесь уже совсем не осталось. В руках у него термометр, и он эти. Смотри, тут уже совсем ничего не осталось, и в общем. А мы как раз хотели курочку. А вот ребрышки мы не хотели. Вот перчатки белые. Так. Перчатки резиновые. Теперь отдел перчатки такие. Да, серьезные. Так. Сейчас он возьмет прям целую иглу. Он не будет по одной курке, нет. Он взял все. Оп. Такие большие, чем твои. Да. Оп, оп, оп. Оп. Да. Шампуры туда вот сбросил. Там есть куда. И еще разок. Раз. Раз, два, три, четыре. Вот эти курицы из кошки, я же не знаю, как они их делают. Они всегда очень сочные, очень нежные, очень вкусные, это правда. Может быть, зависит цвета от самой курицы. Ты знаешь, я не знаю, вот я брала, например, сухое, да, это курица несъедобная. Вот вроде точно такая же курица на гриле. Да. Она и жесткая, и как-то вкус у нее не такой. Да. В общем, все не то. А вот здесь вот просто хорошая курица. Я думаю, что они же их маринуют в чем-то и еще ее добавляют в них. И вот то, что они добавляют, делают ее очень вкусной, сочной, нежной. Вот они родные. И снова их разложили, разложили, разложили. Они какие-то недорелые, надо быть недорелые. Видишь, вот прямо запомни, какая недорелая. Я, друзья, поменял положение руки специально, чтобы сверху вам показать этих нежных птичек. Да. Идет очередная партия. Ты знаешь, это все там капает на пол. Да, а друзья, это лучшая из тех партий, которые встречаются в природе. Вот эта смотри, партия вот мирит это людей, а не разделяет их. Вот да. Он берет это и капает все на пол, видишь? Да. И вот он ходит, это, что же там на полу вообще делается? Может быть, он в сапогах в резиновых? Ну, может быть, не видно пола. Пола нет, не видно. Ну что, последняя. Последние, друзья. Оп. Раз, два, три. Перед этим все пластмасски были, к ним приделывался такой ярлычок с ценником. Вот. Пошел, ну да, у него сапоги резиновые, конечно, он так одет. Под это дело хорошо одет. А вот там, друзья, лежат крышки. Так. Света, давай. Там вот лежат такие пластиковые крышки. Вот он их сюда принес. Вот. Но он нам, поскольку мы стояли, сказал, какую курочку желаете. Мы говорим, вот эту. И вот он, видите, раскладывает крышечки. Вот такая работа, друзья. Практически не требует знания английского языка.